Добро пожаловать в компьютеризированный экспериментальный центр при лаборатории исследования природы порталов. Мы надеемся, что ваше кратковременное пребывание в Камио доставило вам положительные эмоции. Анализ особенностей вашего организма завершен. Мы готовы приступить к опытам. Перед началом тестирования хотим вам напомнить, что хотя основным принципом экспериментального центра является обучение в игровой форме, мы не гарантируем отсутствие увечий и травм. Из соображений вашей безопасности и безопасности окружающих воздержитесь дотрагиваться до чего бы то ни было вообще. Por favor, pardon, de favor, muchas gracias, de favor, gracias. Приготовьтесь к открытию портала. 3, 2, 1. Хорошо. По завершении каждого испытания подопытного следует пройти в изоляционную камеру. Обратите внимание на поле раскаленных частиц у выхода. Это экспериментальное поле антиэкспроприации лабораторного оборудования аннигилирует любой оказавшийся в нем предмет, не подлежащий выносу. Например, экспериментальный утяжеленный грузовой куб. Поместите экспериментальный утяжеленный грузовой куб на 1500 мегаваттную экспериментальную сверхпрочную сверхударную сверхкнопку. Немедленно покиньте исследовательскую камеру, поскольку продолжительное воздействие излучения кнопки на организм не является частью данного испытания. Обратите внимание, что привкус крови во рту не является частью эксперимента и вызван побочным эффектом работы поля, который в относительно редких случаях может вызывать разрушение зубных слоев, коронок, эмали и самих зубов. Теперь вы вооружены опытным образцом экспериментального переносного устройства создания порталов. С его помощью можно открывать порталы. Доказано, что межпространственные путешествия абсолютно безопасны, в отличие от самого устройства. Не касайтесь рабочего конца устройства. Не смотрите непосредственно на рабочий конец устройства. Не погружайте устройство в жидкость, будь то полностью или частично. И самое главное, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь вынести устройство за пределы лаборатории. Проследуйте в изоляционную камеру. Не упадите. Отлично! Помните, день открытых дверей лаборатории исследования природы порталов – удачная возможность подвергнуть испытаниям ваше семейство. Добро пожаловать в камеру.